Всех приветствую, и сегодня я сделаю разоблачение на вот эту мисс Ку-ку, которая немного у нее едет крыша. Сами сейчас посмотрите, я вам это покажу. И уверяю, вы будете смеяться от того, что она пишет в сообществе. Вот сейчас, блин, сами все увидите, как она, блин, обзывает всех. Покажу в конце видео. А пока посмотрите одно из ее уебистых видео. В конце еще разнесу эту дуру по... Заметил, она как-то странно себя ведет, да и вообще какая-то тупица. Да-да, согласен, согласен. Ну за что вы так со мной, что я вам плохого сделала? Я же вам ничего даже плохого не сделала. Это вы до меня то и делали, что докапывались. Ага, конечно, это ты. Здорово, пацаны, как дела? Да, все хорошо, а у вас? Да, все ништяк, ладно, тут только одна девка к нам. Не могу я, блин, ее уродливое видео смотреть, но у нее, блин... Ой, боже. Что, блин, за голос детский? Видео я одно оценила. Пора вам глянуть, что она в сообществе выкладывает. Ну, короче, вы сейчас... Я читать это не буду, потому что для меня стыдно, блин, читать, что она, блин, в сообществе выкладывает. Сейчас сами все увидите. Я вам пролистаю все ее сообщество. Так вы ее, вы, блин, посмеетесь, что она, блин, тут выкладывает. В конце видео разнесу ее по фактам. Вот сами смотрите. Я читать это все не буду, потому что стыдно мне. Не стану я это читать, потому что, блин, я не хочу, блин, стыдиться. Ну вот сами, блин, смотрите, что это? Вот, блин, объясните. Она больная? Вот скажите мне, она больная обзывать всех? Она чё, ку-ку? Шиберит меня с тем, кого я даже не знаю. Ты, блядь, ку-ку? Ой, боже. Знаешь что, я тебя буду с Яриком Скоржем тогда шиперить, дура. Ну, блин. Я не буду это все читать, потому что мне стыдно. Я все сообщество показывать не буду, потому что мне, блин, стыдно что-либо говорить. Ты, блин, дура. Фаер, мне брат вообще-то по Ютубу. Ну ты, блин, ку-ку. Сама ты, блин, фигня. Головой хоть думаешь? Я не буду все ее записи, блин, смотреть, потому что они, блин, того. Но одну из них прочитаю. Вы сами малолетки, эти дураки обзываются, мне грустно и больно, и я злюсь. И поэтому, что я в 8 классе, они завидуют, а сами первым правильно думают. Ну, конечно же, да. А вы, первоклашки, ты, блядь, ку-ку? Я, блин, 9 классов закончила, блин, 2 года назад. И ты, блин, скорее не они в 1 классе, а ты. Потому что, блин, у тебя тут ошибок, блин, целая куча. Ты хоть русский язык, блин, учишь. Боже. Все, пора эту дуру разнести по фактам. Короче, первый факт. У нее непорядок с башкой. Второй факт. Обзывать всех это неправильно. Третий факт. Писать, блин, фигню, блин, и говорить, что, блин... Что она в 8 классе, это тоже, блин, неправильно. Она скорее не в 8 классе, а в 1-м. Потому что в 8 классе так не ведут. Я училась и знаю. На этом все. Короче, блин, эту дуру надо выгонять с Ютуба. Ну вы сами видели, что она, блин, выкладывает у себя в сообществе и в видео. Это нормально кого-нибудь обзывать и, блин, гадости писать про людей? Хотя, блин, бесполезно что-либо объяснять, она все равно игнорит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.